Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Университет Дружбы Народов, РУДН. Я думаю, немногие из вас знают, что в нем есть такое подразделение, как Институт Восточной Медицины. Это подразделение дополнительного профессионального образования. Однако люди, не имеющие медицинского образования, могут пройти здесь общеобразовательные курсы на различные интересные темы, например, аюрведа, традиционная китайская медицина, гомеопатия, ароматерапия, российское травничество. Приглашаю вас на небольшую экскурсию по нашему институту, и мы сможем заглянуть в некоторые учебные залы, посмотреть, как идет процесс обучения. Нас встречает скульптура Патанджали, автор йога-сутр. Впереди нас ждет наш главный лекционный зал, в котором сейчас проходят занятия по ароматерапии. А пока наши слушатели осваивают порядка 60 различных эфирных масел, мы спустимся на первый этаж, где сейчас проходят занятия по аюрведическому массажу. Давайте заглянем, о чем идет речь. Аюрведа не за то, чтобы, скажем так, мясо вообще убрать, не за то, чтобы всем его есть. У каждого своя диета, у каждого своя предрасположенность. Кому-то вот мясо вообще не подходит, кому-то подходит. Поэтому эта медицина, и она объясняет, понимаете? И качество каждого мяса объясняя, вы можете подобрать это, как питание, как меню составить. Для каждого человека. Извините, как я помогал. Рада видеть вас. Приходите к нам учиться.